Да, он просто лежит здесь уже около часа. Не знаю, почему он не забрался в свой террариум. Он просто решил остаться здесь, как бы сказать, на пороге своего террариума. И так уже где-то час. Скушал мышку, которую я ему подготовил, и теперь он просто балдеет. Лишь бы он не начал активничать при виде камеры, поскольку она для него еще не настолько привычна. Конечно, капский баран это не кошка, но, тем не менее, с ним можно вот так посидеть и погладить его. А вот это не к добру, когда он начинает поднимать свою голову. Если он начинает резко дергаться и поднимает голову, учащенно ощупывая территорию своим языком, значит, он хочет что-то покушать. И попытается, скорее всего, что-то покушать. Вот это вот. Но я ему, конечно, не даю такого повода. Видимо, я его уже слишком долго глажу. Больше минуты, поэтому он немного смущается. Рядом у нас лежит плюшевая змея, которая была в одном из видео. Играть с ней он не играет, не воспринимает ее как что-то интересное, скорее просто как деталь интерьера. Но тем не менее, в какой-то момент можно попытаться и ей поиграть с нашим вараном. Поскольку он уже где-то час так сидит, он уже достаточно прохладненький на ощупь. Комнатной температуры практически. Но если бы он лежал на полу, он был бы холоднее. В принципе, понижать температуру тела до 22-25 градусов для них нормально. При этом они все еще остаются достаточно подвижными даже при таком состоянии. Вот он добродушненький наш варанчик. Можно увидеть, что у него под ухом облезающая кожа, лишь бы он не попытался движение моей руки счесть за что-то, что можно скушать.
идиллия. Так вот я смотрю фильмы различные, а он лежит, отдыхает, кайфует. Ждет, когда я его поглажу. Такое нечасто, думаю, первый раз. Вот он наш спокойный тихий мальчик. Немного милоты. Ничуть не жалею, что именно варан, хоть он и чешуйчатый, все равно он похож на кошку по своему характеру, в некотором роде независимый и при этом не такой вредный, как кошка. Ну все. На сегодня видео будет закончено. До новых встреч.